Чтобы вырасти здоровыми, крепкими, сильными, спорт просто необходим. И дети знают об этом не понаслышке. На финальных соревнованиях встретились 8 лучших команд. Ребята старшего дошкольного возраста. Все они очень ждали этого дня и готовились к заключительному этапу состязаний. Мы собирали пирамиду. Собирали пирамиду, да? Мы еще прыгали в мешочках. Прыгали в мешочка. Еще мы метали в корзину. Программа соревнований состояла из 5 эстафет разной сложности. Значимости турниру добавляло то, что на нем присутствовала полноценная судейская команда. «Веселые старты» – у нас ежегодное мероприятие. Сегодня у нас финал «Веселые старты» 2017. В этом мероприятии участвовали детские сады города Одинцова. В городе Одинцова у нас 30 детских садов, и в финал вышли 8 самых активных, веселых и спортивных команд. Соревнования начались с торжественного построения, приветствия команд и разминки. Ребята с нескрываемым азартом состязались в силе, ловкости, быстроте, гибкости. Все очень переживали, старались, поддерживали друг друга и радовались победам. По итогам 2 этапов городских соревнований «Веселые старты» 2017 победителем стала команда детского сада номер 23. Второе место досталось первому, а почетное третье – 68-му детским садам. Все ребята получили грамоты и памятные сувениры.